Сразу 4 победы ульяновских спортсменов в соревнованиях всероссийского уровня буквально поставили на уши весь регион. Ульяновцам не было равных на чемпионате страны по легкой атлетике и сурдоолимпийских играх в Турции. Серебряные и бронзовые медали были завоеваны в гребле и борьбе. Сразу после приезда в родные края ребят поздравил председатель правительства Александр Змикалин и представители регионального Минспорта. Прошедшая неделя принесла Ульяновской области целый ряд очень радостных событий. Большое количество медалей различного достоинства, различных уровней чемпионата России и международных соревнований, международных стартов по ряду видов спорта. Это и легкая атлетика, причем очень порадовали нас ребята, побив рекорд России, выбежав, разменяв 40 секунд. Это очень-очень серьезное достижение, и для нас это на самом деле большая гордость. Это и наши ребята, которые выступали на соревнованиях сурдоолимпийских игр, тоже добились очень хороших результатов. Это наши гребцы, борцы наши, все они большие-большие молодцы. На неформальной встрече звучали не только поздравления, но и обсуждались насущные проблемы и пути их решения. Например, об улучшении материально-технической базы грибной базы на Свияге. Тренеры и родители молодых спортсменов предложили правительству подумать о разработке льготных условий ипотечного кредитования. Вопрос как никогда важен. Именно из-за невозможности приобретения жилья многие ребята вынуждены покидать регион. Председатель правительства заверил, что данный вопрос будет находиться на его личном контроле и обязательно найдет свое решение. Кроме этого, совсем скоро начнется выпуск именных пластиковых карт. Их получат победители и призеры чемпионатов России. Благодаря им можно будет бесплатно посещать спортобъекты, музеи и театры. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.